Приветствую вас на канале AsmodeePlay. Мы начинаем играть Call of Duty. Так, ну давайте новая игра, обычная. Там у нас был второй фронт дополнения. Здесь же у нас просто. Нажмите, чтобы начать задание. Так, лагерь Тока, Джорджия. Завтра снова походы. Завтра полоса препятствий с капитаном Фроули. И обучение, так, оружие, понятно. Лагерь Токао, Джорджия, США. Внимание, рядовой Мартин. Сегодня ты будешь проходить полосу препятствий и обучаться владению оружием. Давай, я готов. Прежде чем начать прохождение полосы препятствий, прочти все эти важные надписи и сделай то, что в них сказано. Так. Хорошо. Теперь проверь цели. Ты увидишь, что текущая цель подсвечена. Кроме того, местоположение текущей цели помечено звездочкой на твоем компасе. По мере твоего приближения к цели, звездочка будет двигаться к центру компаса. Так достаточно. Ты видишь, что цель отмечена как пройденная, а у тебя появилась новая цель. Хорошо, Мартин. Открывай ворота и начинай прохождение полосы препятствий. Давай. Быстрей! Быстрей вперед! А где? А, вот он. Мартин, и ты здесь, бедняга? Шевелись, ты. Рад тебя видеть. Так. Перепрыгивай. Давай быстрей. Ну, я сдаю. Неплохо. А теперь ложись и ползи под этой колючей проволокой. Да, уже вперед всех. Ползу. Сержант, зарядить эти пулеметы. Это боевые. Ты чё? Нахрена вы стреляете? Это боевые патроны. Дебил. Вести на лестнице, рядовые. Быстрей, быстрей. Рядовой Мартин, тебе в эту дверь. Сержант Модин научит тебя обращаться с оружием. Я здесь, на наблюдательной вышке. Здесь. Возьми со стола один карабин М1А1. Ты можешь получить дополнительные боеприпасы, вытащив их из какого-нибудь другого оружия, аналогичного твоему. Количество зарядов, оставшихся в магазине, и магазинов, имеющихся при тебе, будут показаны в нижнем правом углу экрана. Забывай об этом, солдат. Подойди к ограждению и сделай 6 выстрелов по мишени. Твоя точность будет зависеть от того, насколько хорошо ты удерживаешь прицел. Делай еще 6 выстрелов по мишени во время движения из разных положений. Ты будешь стрелять точнее, находясь в неподвижном состоянии, из положения лежа или пригнувшись. Эти навыки могут спасти твою жизнь. Когда магазин опустеет, оружие будет перезаряжено автоматически. Хорошо, рядовой. Переходи к следующему этапу. Куда? Куда ты хочешь, чтобы я пошел? Возьми со стола винтовку Спрингфилд и поменяй на нее свой карабин. Да поменял. Вернись налево, подойди к ограждению и сделай 2 выстрела по мишени. Ты дважды прицельно выстрели по мишени. Ну, я прицельно выстрелил. Надеюсь, теперь тебе ясно, что ты с помощью прицела сможешь стрелять точнее. Да. Отлично, рядовой. А теперь идем дальше. Если у тебя не 3 руки, ты можешь одновременно иметь только 2 вида оружия. Не считая гранат и того, что у тебя на поясном ремне. Сделай 10 выстрелов по мишени. Сначала навскидку, а потом прицельно. Сравни точность стрельбы. Ты должен стрелять обоими способами. Несколько шагов одновременно целясь. Ты будешь двигаться несколько медленнее. В ближнем бою ты можешь ударить врага прикладом своего оружия. Это называется рукопашная. Попробуй этот прием со своим Томпсоном. Да не глазей по сторонам, малыш. Здесь все взаправду. Да. Теперь поменяй оружие, рядовой. Если ты чуть умнее, чем кажешься, может, до тебя и дойдет, что каждому оружию свое время. Ошибешься в выборе, можешь бронировать себе место в аду. Сделай еще 3 выстрела по мишени. Неплохо, рядовой. Переходим к следующему этапу. Давай. Возьми со стола осколочные гранаты. Давай, шевелись. Кинь по гранате в каждую из дырок впереди. Вот тебе и гром и молния.
Двигаясь мимо поста, наклоняйся то влево, то вправо. Это защитит тебя от врага. Хватит тебе или что? Так, возьмите, бросьте по гранате в каждое окно и в дверь. А, в дверь еще надо. Ну давай, на, в дверь. Блин, ты что туда не запрыгиваешь еще? Ладно, рядовой. Переходим в следующий сектор. Он давай. Рядовой. Если тебя ранят, воспользуйся одним из этих медкомплектов. Не геройствуй, он может спасти твою шкуру. Ну и, наконец, взрывчатка. Давай взрывчатку. Взрывчатку мы любим. Держи, партнер. Взрывчатка обладает огромной огневой мощью. Отнесись к ней с уважением. Ей, знаешь ли, все равно, что взрывать. Обрати внимание на появление секундомера. На нем ты увидишь, сколько у тебя времени на то, чтобы убраться Бам. Подальше. Если, конечно, ты не торопишься на тот свет. Ну... Неплохо поработал, рядовой. Молодец. Всегда носи оружие при себе и не забывай чистить его. Давай. Трусы умирают много раз, до истинной смерти герой лишь раз встречает смерть. Уильям Шекспир, Юлий Цезарь. Ну давайте. Посмотрим, что у нас за первая миссия. Внимание, группа Бейкера. Дело серьезное. Операция «Оверлорд». Вторжение в Нормандию с воздуха и с моря. Час Ч, день Д. Морская пехота атакует 5 районов побережья под кодовыми названиями. Юта, Амаха, Золото, Джуна и Меч здесь, у побережья Нормандии. Районы Юта и Амаха будут атакованы 3 дивизиями наших пехотинцев. В это же время 2 британских и 1 канадская дивизия ударят по районам Золото, Джуна и Меч. Воздушный десант будет сброшен за 6 часов до часа Ч. До начала бомбардировок с воздуха и с моря. 6-я британская военно-воздушная дивизия высадится здесь. И в это же самое 101-я и 82-я дивизии высадятся в этих районах. Устья реки Дус разделяют районы Юта и Амаха. Задача 101-й дивизии – занять все переправы через реку Дус, соединяющие районы Юта и Амаха, чтобы прикрыть с фланга район Юта. Эта большая дорога пролегает через весь Катантенский полуостров. В этом районе сосредоточено особенно много немецких войск. Когда они пойдут в контратаку, им придется идти по этой дороге. 101-я должна позаботиться о том, чтобы они не прошли. Группа Бейкера, то есть мы, будет находиться на этой дамбе. Разведчики, как, например, рядовой Мартин, будут высажены отдельно от основной группы и должны разместить на земле сигнальные огни, чтобы пометить зону приземления. Однако мы не можем знать, что произойдет, когда мы окажемся на земле. Так что я хочу, чтобы вы ознакомились со всеми целями каждого отделения 101-й и 82-й дивизий. Кроме того, я хочу, чтобы вы рассмотрели эти карты и фотографии и запомнили их. Мы высадимся за Атлантической стеной между несколькими немецкими гарнизонами. Нас ни в коем случае не должны обнаружить, пока до часа Ч не останется не больше нескольких часов. Что-то на вьетнамцев это похоже. Это и есть то, к чему нас готовили. А не вторую. Удачи. Мировую. Ну давай посмотрим твой час Ч. 5 июня 44-го, 6 часов вечера, Гринхэт, Англия. Примерно через 3 часа я буду в Нормандии. Меня назначили одним из разведчиков, и я приземляюсь раньше главных воздушных сил. Окрестности Эглис, Сан-Мер, Франция. Ха! Понятненько. Так, ускорения тут нету, да? Связаться с сержантом Хитом. Так. В доме-то не будем, да, смотреть? Я говорю. Кто играл на PlayStation? Medal of Honor. Медаль за отвагу. Кому-то знакома, наверное, эта штука. Падла. Нет, не разбивать.
Нет, не уничтожает, ладно. Так, ускорения точно нет. В управлении, по-моему, его тоже нет. Ну-ка, давайте посмотрим. Настройки. Передвижение. Вперед, назад, шаг, шаг, наклон, наклон, встать. С позиции, прыжок, позиция, позиция. Позиция, шаг в сторону. Не назначено. Ну, я же говорил. Ускорения здесь нету. Не было спринта еще в то время. Ну так-то да, похоже, очень даже Medal of Honor также. Тут за кустом кто-нибудь стоит, ты его не видишь ни хрена, потому что все в кубиках, конечно, но интересно. Так. Найдите сумку сержанта. Нашел. Я даже сержанта самого нашел. И что теперь? Установить радиомаячок. Падла, какой шустрый. Подорвал. Сам себя играли, ага, на рабочем месте. Ты же знаешь, что нельзя играть. Так. Ладно, это первая миссия, самый легкий ставим. Задача выполнена. Так. Обороняйте район выброски. Ну ладно. Только... Где? А вот они засраться. Давайте. Да. Тихо. Хоть вы далеко. Но это ничего не значит. Ну, не все так. Давайте, давайте, давайте. Бунк. Вот что я вообще патроны тратить тогда? Обороняйте район выброски. Обороняй. Что, не все померли, что ли? Задача выполнена. Найти дорогу до ближайшего города. Прекрасно. Где-то граната сыграла. Здорово. Так, блин, ускорения-то нету. Так, давай обойдем. Ну, пока неплохо, аптечек хватает. Я не понял, откуда они тут взялись? Чё, у вас так много было? Чё, я своих тоже валю, всех валю. И эти-то якобы ни при чем еще. Давай. Я вроде и своих, и чужих завалил. Ничего страшного. Смелость и настойчивость, волшебный талисман, перед которым исчезают любые трудности и препятствия. Джон Квинстан. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал. Увидимся в следующем видео. Пока.